Горят дома, за залпом зал, неугомонно бьют из пулеметов. Пуля рикошет и взрыв гранат, а с неба бьют нас самолеты. Вот в центр въехал БТР, прицельно бьют из ДШК. Отдал команду командир, здесь в полный рост идет война. Молчит гранатомет, окончен весь заряд, лишь дымка в ящике, пустые здесь лежат. Отдан приказ отход, отходят все назад, не падать духом нам, Шамиль ведет отряд. Молчит гранатомет, окончен весь заряд, лишь дымка в ящике, пустые здесь лежат. Отдан приказ отход, отходят все назад, не падать духом к нам, Шамиль ведет отряд. И вновь был принят бой, район наш был отбит, и много техники горящей стоит, и мертвые тела то там, то здесь. Вдруг миномета свист, успели все присесть, бьют минометы в ряд, не встать, не побежать. Начался артналет, нам надо отступать. Пехота редко бьет, и бьет они в попад. Тут поступила весть, Шамиль везет нам грады. Первый танк был залп, снаряды рвут тела. Замолк их миномет и батарея вся. Нам сделать бы бросок и здание занять. Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. И первый танк был залп, снаряды рвут тела, замолк их миномет и батарея вся. Нам сделать бы бросок и здание занять. Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. Атака вновь отбита, но тут вдруг в бой вступил танк 80-й, готовят все тротил. Позиции заняты, все на призонах ждут. И кто-то вдруг воскликнул: дорогие, нам тыл идут. Подбито много танков, нам надо отступать. Ведь с двух сторон врага нам трудно удержать. Обмотанный тротилом, последний был заряд. Тут поступила весть, Шамиль ведет отряд. И город был оставлен, и многие села, и многим показалось, проиграна война. Но весть тут поступила, Буденов с кем-то взят. Войну начать в России Шамиль повел отряд. Ему Аллах поможет, он натиск держит тот, кто никогда бы в жизни сдержать его не смог. Пройдя сквозь всю Россию, вернется он назад. Аллах велик, Шамиль домой ведет отряд. Ему Аллах поможет, он натиск держит тот, кто никогда бы в жизни сдержать его не смог. Пройдя сквозь всю Россию, вернется он назад. Аллах велик, Шамиль домой ведет отряд.